касательное и секущее к окружности. На плоскости прямая и окружность могут либо пересекаться друг с другом, либо не пересекаться. Расстояние от центра О до прямой М равно длине перпендикуляра ОА. Следовательно, расстояние от центра окружности до прямой всегда будет равно перпендикуляру, опущенному из центра окружности на прямую. Если расстояние от центра окружности до прямой больше радиуса данной окружности, то прямая и окружность не пересекаются и не имеют общих точек. Если расстояние от центра окружности до прямой равно радиусу данной окружности, то прямая касается окружности, и они имеют одну общую точку. Такая прямая называется касательной к окружности. Прямая М – касательная. Точка соприкосновения прямой и окружности, то есть их общая точка, называется точкой касания. Точка А – точка касания. Касательная – это прямая линия, имеющая с окружностью одну общую точку. Если расстояние от центра окружности до прямой меньше радиуса данной окружности, то прямая пересекает окружность, и они имеют две точки касания. Такая прямая называется секущей к окружности. Секущая – это прямая линия, имеющая с окружностью две общие точки. Вот так все просто. Подписывайся, если хочешь знать больше.